Привет, дружище! И в этом видео я хочу показать тебе очередной простой фокус. Думаю, он тебе понравится. Итак, для начала давай, значит, перетасуем колоду и проверим, все ли карты у нас на месте. Для этого фокуса надо 52 карты, джокеры не нужны. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 6, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 49, 50, 51, 52. Да, все карты, значит, на месте. Итак, все карты на месте. Делим колоду на три части. Теперь я попрошу нашего оператора взять эту стопку и запомнить любую карту из нее. Сейчас запомним. То есть вытащи. Сейчас мы все запомним. Вот она, наша картишечка. Запомнил? Запомнил. И зрители запомнили. Убираем наверх. Теперь возьми вот эту стопочку, перетасуй хорошенько. Хорошенечко. Вот так вот, по-всякому. Я тут, я, конечно, не фокусник, я вот сейчас намешаю. Ну, как можешь, да. Без разницы. Пожалуйста. Все, значит, перетасовал, да? Значит, можно подснять колоду пару раз. А теперь я найду твою карту не совсем обычным способом. Какая-то фигня, что-то не получается, подожди. Ладно, обычным способом не получается найти твою карту, я воспользуюсь своим старинным. Для этого я возьму просто колоду и брошу ее вот так вот. Твоя? Моя. Этот способ никогда не подводит.